готовить блюдо баклажаны по-армянски. Что нам понадобится? Значит, нам понадобятся баклажаны. Кстати, у меня сейчас два баклажана, которые я обжарила на масле. Их надо сразу обжарить на масле. В общем, я буду готовить на одного человека. Баклажаны, обжаренные на масле, они выглядят вот таким вот образом. Нам понадобится вот здесь у меня на тарелке лук. Я взяла лук, где-то пол луковицы, чеснок, одну дольку чеснока. Вообще это на любителя. Если вам нравится чеснок, то можно взять побольше. Следующий — это сыр. Сыр тоже можете взять любой, который плавится. Следующее — это специи. Здесь у меня базилик, где-то ложечка, так скажем, и петрушка. Конечно, если у вас есть свежая зелень, то лучше использовать свежую зелень. Но у меня здесь нету, поэтому я использовала вот такую вот, значит, сушеную зелень. Следующее — это помидорчики. Вот такие вот я взяла два помидорчика. И, значит, что еще? Это, конечно же, идет у нас фарш. И последнее, что нам понадобится, это нам понадобится томатный соус. Я использовала, ну, вот такую вот пачечку. В принципе, мне не нужна вся пачка, а будет половинка нужна. Так, и соль по вкусу. Сюда перемещаю фарш. Следующее — это перемещаю лук сразу с чесноком. Следующее — сразу же добавляю специи. Значит, если вы не любите специи, можно, в принципе, и без специй. Но базилик и петрушка дают этому блюду очень вкусный аромат. Поэтому я советую вам попробовать сделать именно так, как я делаю. Хорошо перемешиваем это все. Значит, после того, как мы это все перемешали, добавляем вот эту вот смесь, там буквально чуть-чуть добавляем. Посолим. После того, как вы перемешали, надо это все прожарить на сковородке. Так, фарш у меня готов. Я прожарила его на сковородке. Он мне получился, в принципе, вот сейчас ароматный. Вообще очень вкусно пахнет. Значит, сейчас приступим к заполнению баклажанов. Разрезаем. Делаем вот такие вот надрезы. Кстати, значит, вот таким вот образом делаем. Сейчас я покажу. Вот так. Здесь до конца не дорезаем. То есть делаем такие лодочки. Сейчас второй. Вот таким вот образом делаем. Следующее. Здесь мы делаем вот так вот, приминаем. Вот таким вот. Вот так вот. Вот такие вот лодочки у нас получились. И будем сейчас фаршировать баклажаны. Вот, наполняем. Второй баклажан также. Так мы заполнили. Значит, следующее. Нам нужны помидоры. Помидоры я уже порезала на дольки. Вот такие вот. И выкладываем просто. Баклажаны будем запекать в духовке. Поэтому нам понадобится посуда. У меня вот такая вот. Значит, что дальше? Сюда добавляем масло. Так, кисточкой здесь все хорошо промазываем. Выкладываем
баклажаны. Еще раз можно просолить чуть-чуть. Так, добавляем дальше сыр. Так вот. И сейчас отправляем в духовку на 170 градусов, где-то 30 минут. А наши баклажаны будут запекаться. Так, мое блюдо уже приготовилось. Вот так оно выглядит. Очень, по-моему, красиво и аппетитно. Думаю, что вам понравится этот рецепт. Пробуйте тоже. Готовьте. Удивляйте своих родных. А мы увидимся в следующих видео. До новых встреч. Пока. Катя, ну как вот этот баклажан по-армянски? Вкусно. Там приправки всякие. Ну, вкусно, только правда? А? Мясо, фарш как бы. А другое, да? Ну. А что, это ну, вообще должен там быть. Фарш есть? Да, это фарш. Мало. Это фарш. Свиной. Мало? Ты думаешь, надо больше туда, да, положить? Угу. Вообще, это свиной фарш, но нужен говяжий. Я просто, ну, чуть-чуть. Ну, вот такой вот, да, вкусный. Аромат, скажи, что приправы слышно. Очень вкусно. Очень вкусно. Всем приятного аппетита. Bye-bye. Пока.